Здорово, пузы! Сегодня я покажу вам каточку из игры новой, бесплатной в Стиме по мотивам Warhammer 40,000 Speedfreaks. Орки, мейн раса в этой игре. Бесплатная игра, наслаждаемся, скачиваем, присоединяемся, поехали! Ай, блядь! Ты на какой, на этой же? Да, но карта другая должна быть. Тут еще прикольно, он этот, если ускорение нажимаешь, он боком идет. Аж вах, блин, поехали. Оу! О, открытие, открытие. Те такие отморозки, айде, блин. Ух! Не, вот на этой, конечно, гоночный вообще огонь. Да, да, огонь, реально огонь. Они прям, ну, скорость офигенская. Да, да. Так я догоню, сейчас куда поехал. Ой, блин. Где твой догон-то? Ёпты, я лечу, бля, давай точку захватим. Я буду первый на точке, бля. Я перелетел точку, бля. Я второй. Есть, помню, капчура. Ты захватил? Не я? Да. Был написан гаджет. А, ну значит я перелетел её, бля. Вау! На нас охоту объявили. Надо на точке быть, бро. О, слева танк, слева танк. Поймал его. Я его со всех сторон. Есть, отлично, отлично. Развалили. Еще один. Блин, чувак, отлично. Давай, вали его. Мы на точке, мы уже контролим, слышь? 85. Блин, грот танк на точку поехал, бро. Он меня завалил. Ну мы прям на точке хорошо держались. Вообще хорошо. Блин, ну фиг завалишь. Да, блин, грот танк, тварь. Блин, они еще окружили все нас. Слушай, может кому-то из нас на грот танк пересесть, чтобы урон держать. Пока играем, потом я пересяду, да? Йой. Блин, они это, инстантил прибрали. Да, там много. Было выкурить прям. Танк, у них несколько танков, такое? Слышь? У них несколько танков. Так, я на танк сажусь. У них несколько танков. Давай, газ, да, почти газ вырвали. Я на танк сажусь. Да, поехали. Я буду медленный, я это. Блин, а сейчас другая точка. Ну вот как не факт. Давай теперь твоя вот. Иди, гони на точку. Я медленный, я на танк сел. Хвати ее. Пипец, я медленный. Нельзя в игре. Ехать долго. Какое сложно это. Эх, блин. Не успел я. Чуть-чуть не успел. Да, я вижу, что там. Ох, пипец. Ладно, я зато жирный едет на танке, бро. Сейчас тебе будет хелпа. Ты там? Да, меня там танк развалил. Сделал меня своей личной целью. Короче, танки вот точку. Это... Танки точку держат, я понял. Я понял, как тут играть. Тут танки точку держат. Блин, пипец, они тут целую кучу их. Пипец, у них танков. Все почти. Короче, я сейчас тоже беру танков.
Они все на танках, слышь? Они все на танках. Да, бери танк и хотя бы что-то, потому что там... Я иду, там меня три танка валят, бля. А что такое на F у него такой? А, у него правой кнопкой он броню ставит, прикинь? Нет. Одного какой-то завалили. А? Какой-то мелкий под меня подстроился и завалил. И одного там прям в упор. Отлично. Я тебя вижу, давай. Ты... Ах, меня завалили, прикинь. Не, ну на танках вообще не интересно играть, но надо. Петру восстанавливается и всё. А на F способность вроде восстанавливается вот так? Мочо у него обратно прибавляется. Отлично, я как раз взял гоночную, слышь? Я знал, что такая тема будет. Я уже прошаренный. Я поехал. Меня кто-то хочет обстреливать в паре. А, блин! А за что меня стреляет в спину? Я захватил, да. А теперь что такое? Где цель? За мной какие-то гниды едут. Я как будто точки как будто не вижу. Порядок, я не думаю. А, все. Есть. Есть. На точке? Я сейчас приеду. Когда к ней ехал, у меня только 5 машин здесь. Помоги, так, танк надо брать. Я беру танк. Да. Тут видишь как, тут надо брать танк, потом опять на точку. Блин, у этого прикольный захват ракеты. Так, смотри, конечно. Левая пушка, правая бигшута и крот-бомба. Ну, понятно. Она просто... А на F? Это я другой танк взял. А, на F сейчас H нажимаешь. H... А, F это грот репэрс. Вот тот танк, короче, прикинь, не который с башни, не грот, а другой. Это тебя починка на F. Который... Так, давай сначала тебе полетаем, бля. Ох, я в своего въебал. Хрена не место удара. О, тут вообще там банк. Пипец. Пипец, это тяжело играть против. Прям на я за тобой, я за тобой. Давай этот, запустим ракеты когда-нибудь чуть попозже. А блин, на новую точку. А дай ракеты запустим и на них полетим. Я запускаю, короче, смотри. Ты видишь? А как ты запустил? Ты чё, ракеты же едут запускаются. А, нифига себе, я не верил. Давай, я это ты, бля. Я за одним преследую, бля, я ща его на. Да блин, ах, а тут время. Короче, смотри, Е, вот у тебя слева снизу способности, у тебя все клавиши, какие есть, написано там. Левая, правая, видишь, Е, F. То есть как бы ориентируйся по ним, когда у тебя отреспавнилось. Блин, ракеты вообще топ.
Friendly Fire получил? Нет? Нет. Хорошо. Ракета, да, топ. Запускаю ее сейчас. Как кто-то валит. Нажми F, подлечиться. F. О, видел ты, как вылечился? Я даже видел. Я в их не танк. Да, блядь. Да, блядь. На тоже уметь играть им. Да, но он урон наносит. Он наносит урону. О, плюс. Про танк это вещь. Ну вообще игра динамичная. Давай еще раз на танке, а потом уже надо будет на другую пересаживаться. Для тесту. Пиздец, он медленный, бля, Гротанк. Вообще. Ну, им надо на позиции, бро. Им надо стрелять, лечить, уезжать. Это не баги, короче. О, давай ракетами в них. Ракеты запускай. От центра, бля. Я завалил. О, я на финиш как поеду. Как-нибудь надо. Там гонщики на первой. Ты на финиш на танке поедешь? Да. Желаю удачи, бля. Я, наверное, сейчас себя обгоню, потроллю, потом в ролике увидишь, бля. Хотя нет, я слишком далеко, слышишь? Ну я и должен. Цель тебя догнать, короче. Меня сзади мочит, да. Это не... Эх, нажимай, хилься. Просто у меня сзади пистолета. Развалили? Да, но у меня сзади. Я доехал. Вот это прикольно, кстати, вот танки. Вот это быстрая тачка. У меня их три штуки, я же тебе говорил, у меня план. Помнишь план какой? Вот эти три штуки, они же снайперской прицеливают, понял? И они телепортируются, как здесь. У меня цель... Типа, жопу рвать маром, понял? Чтобы это, телепортироваться. Да, получится или нет, но воле случай, как кинешь. Если кинешь 3 плюс и там 4 плюс, то навалишь. Ух, прикольно, блин. Так, хилинг, ассист, 5, трап. О, у меня дургабинг открыли. Что такое, тачка, что ли? Новая. Дургабинг? Надо девкилу открыть. Девкилу, скраб, джет. А, девкила, вартрайк, вот, что это. Сейчас новые карты выпускают. Да? Я не знаю. А ты стреляешь? А ты играешь, что ли? Нет, next match. March, не, next match, starting in. Беру всех. Ты английский выучил, подтянул стабильно. Ну, сейчас меньше времени научу. Блин, я вообще прикольно, я с одним этим. Четко играл в этом, Dark Tide, один чел. Английском сказал, и он такой, да я понимаю, а он из Сербии оказался, и вот я с ним чисто на трансляциях по-английски общался, по 5 евро, донатил, бля. Вообще, думаю, четкий чувак, бля, и английский практикой по 5 евро, бля. Я вот тогда, а потом он что-то ушел, ну, в смысле, вообще это не 5. Сербы, кстати, очень хорошо относятся. О, у меня управление не работает. У меня вообще экран красный. Походу, это и... А, все, заработало. Не-не. У меня вообще какие-то... Ты на... Вы... Игру нажми. Оу, дракс-то вещь. Не, у меня какой-то бизнес, это... Нормально, ты пошел? Нет. Как так? А в чем проблема? У меня вообще просто везде все иконки показываются, а вместо... С тобой играем, мы в одной команде. Я думаю, у меня это... Просто ничего не видно. Ничего глюканул, играю. Я там стреляю. Просто так не камни. Может тебе эскейп? Ты, интересно, зайдешь в нее же или нет, наверное, да? Нет. А, вот ты вышел, ты вышел, и я вышел. Ну, потому что мы в пати из-за этого. Не, потому что ты шаришь.
Ну... Не, я имею в виду, ты как главный. Вот, они уже появились в мекшопе, слышь? Эти четкие. Ты можешь потратить свои жубы, нажимай мекшоп, нажимай Драксу. У нее что-то можно сделать. Шины. А где... А, вот... Лут пас. Да. У меня ноль зубов как будто. Не, а там как будто дальше есть то, что подсвечивает. А, я спереди Сквига подцепил, слышишь, на тачку. Он этот, привязанный. Прикинь, в металлические сетки, в металлических этих, ну как бы, ограничителях, Сквиг кусается на тачке спереди. А у тебя сколько жубов? А жубы тут не нужны, и тут этот не... Тут смотри, кастомайз нажимаешь, выбираешь тачку. И далее справа АД переключаешь, что можно. Можно перекрасить ее. О! Я зеленую сделаю. Классная тема вот эта. Да, вообще тема. Я зеленая. Ты Сквига нашел? Да. О, я на колеса стрелки сделаю вообще. Блин, орковские тачки это пипец, конечно, кайф, да? Ну, да. В плане стилизации-то. Сквиг у меня number one будет, я его не буду. Конечно. Что у меня зеленая со Сквиг? Я по сути этот прокачанный. Так, а блин, тачки надо девхилу, бро, как-то открыть. Может как что-то сыграть? Как ее открыть? У меня цель девхилу. Золотая будет у меня. Короче, осталось девхилу открыть у меня и этот мегатрак скрабжет. О, прикольно, колеса, стрелочки можно. Да, вот я их сделал. Я весь золотой был, короче. Я зеленый вообще прям. А, айсово. На Сквиг впереди, это вообще удар. Мощь. Блин, если была бы такая модель, я бы себе распечатал на притаке и на своей модели бы прикрепил. Блин, ему легко тут выбраться. Это чё? А, ну типа спереди, так его типа придавило. У нее только шея, а лапы-то не идут. Я запускаю? Конечно. А, слушай, не запускай. Да, я этот.